По данным Тверстата, несмотря на все еще сложную ситуацию с приростом населения, в 2023 году в Верхневолжье аж 63 женщины стали мамами двойняшек. При этом 23 пары – это мальчик и девочка, 22 – братья, а 18 – сестрички. 24 пары стали первенцами в семье, в 20 случаях вторыми и третьими детьми. За указанный период в регионе в одной семье двойняшки стали пятым и шестым ребенком, в другой – седьмым и восьмым, а у кого-то даже восьмым и девятым ребенком в семье.